Телеканал КРТ представляє. Пане Сергію, чи є у вас е, можливість розвинути цю тему вибірковості влади, яка, скажімо, забор забороняє відкриті ринки, де е, будь-який вірус вбивається ультрафіолетом за 10 хвилин, а дозволити, наприклад, супермаркети? А ведь знаєте, хороша є поговорка, що не треба осматривати злою мусіл там, де все легко об'ясняється глупостю. Це просто тупізм. вот с самого начала закрыть рынки. И так же многое. Зато в хитрости и в лукавстве им не отказать. Вот смотрите, сейчас выступление президента. О чем он сказал? Мы даем кредит предпринимателям, а дальше следует фраза, чтобы они могли погасить. То есть он обязанности государства перекладывает опять-таки на предпринимателя. А что будет со мной с предпринимателем, если я не захочу брать этот удушающий меня кредит, поскольку я же не зарабатывал на него денег? Это то, что должна была выделить держава из своих фондов и обеспечить своих граждан. Конечно, изначально какая умная в кавычках голова, там, человек с альтернативным развитием придумал, что рынки надо закрыть а супермаркеты могут функционировать, при том, что там открытое пространство а здесь замкнутое. Но я думаю, что ритейлеры, если бы им пришла такая мысль в голову, хорошо бы за это заплатили. Тем более, что есть такие ритейлы, которые, в общем-то, как бы и не являются предметами первой необходимости, например, эпицентр. Вот кто и как может объяснить его функционирование, это трудно себе представить. То, что закрыли рынки, это же не просто то, что человек не может прийти на рынок и купить что-то ему подходящее по более подходящей цене. А это целый ряд производителей, на которых покушаются уже не первый год. Вы же помните, что были такие идеи, они, кстати, никуда не ушли, что рынки мы вообще закроем, они не имеют права на существование, поскольку мы идем в Европу, вот в Европе все совершенно не так. Ну вот вам, пожалуйста... Казу yeah. збилі знайшли причину, як удавіть яких мілких производів. Якось yeah, yeah. в тій самій Європі є так звана вулична торгівля, в тому числі yeah, над yeah. іовочевими фруктами. Пане Дмитре, на вашу думку, от коли ми вже переконалися, виявляється, що в нас не тільки ростуть ціни, а й росте диска. Не обов'язково вся картопля там чи зеленина має бути з Ізраїлю чи з Єгипту. І зараз цих людей доводять до вічої, бо тому що що таке для фермера переорати свій урожай? Uh, no. <coughs> Давайте начнем с того, что, смотрите, получается так, что э, люди своим требованием, да, они вынуждены были перекрывать дороги, трассы, выстав, выставлять какие-то ультиматумы ради того, чтобы им, ну, по сути, дали выжить. Да? Вот правильно заметила э, коллега, которая выступала, да, экономический эксперт, что ну, фермеры – это та деятельность, которой они работают целый год для того, чтобы вот эти вот полтора-два месяца эту свою продукцию, выращенную своими силами, реализовать, продать и заработать за какие-то средства для того, чтобы опять же потом целый цикл пройти до следующего урожая. И они сейчас попали под самую такую, ну, горячую ситуацию, потому что они понимают, что если они вот это потеряют, этот период, то все, им больше ничего не светит, правильно? Поэтому они, собственно говоря, и вынуждены были первыми пойти на такие меры. И я уверен, что Следующим этапом пойдут на такие меры и все остальные представители других сфер бизнеса, других сфер предпринимательства, потому что пострадало очень много. Вы, 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 вы предприниматель. Особое, что вы, можете так сказать, для глядачей, для нас, особое, что вы потратили час этого почти э, двухмесячного карантина. Ну дело в том, что я и такие коллеги, которые работают в моей сфере. За себя. За себя, хорошо. Я лично попал вообще, можно сказать, под горячую категорию этого всего происходящего, потому что я занимаюсь овощами, фруктами, вот как по иронии судьбы, да, я близок к тем людям, которые вот выходят сейчас на митинги, но я как бы реализатор дальше, и я работал непосредственно с общепитом, я работал с школами, с садиками, я работал с э, всякими санаториями, столовыми, с кафе, ресторанами, именно с этой категорией, которая... Покойный. Попали между да. Сыла и Хариб. Да, да, да. Именно вот конкретно попал. Почему? Вот понимаешь, вот сейчас молодцы, э, сельскохозяйственники, да, они сейчас добьются открытия рынков. Но нужно заметить одну вещь: что. Большая часть реализуем, реализуем, реализации их продукции уходит куда? Уходит на общий пит, на рестораны, кафе. Они не а вон они не работают, То есть, а люди все равно не смогут столько, э, ну, выкупить потребить. этой продукции, столько потребить, сколько они сейчас вырастят. А второй момент. Хорошо, если вы так уже рассчитываете на людей, что сейчас рынки, как бы дадут более приемлемую цену на свою продукцию, да, и людям будет дешевле купить, чем в тех супермаркетах, которые сейчас начали, ну, вообще, как бы, на этом всем спекулировать. Так, подождите, тогда нужно следующим этапом открыть общественный транспорт. Как люди будут добираться на эти рынки? Ну, я сейчас говорю о городах, которые... Почули вас, да. Да. А ну, так, да. и оно след за следом, я призываю к тому, что... Я сейчас не, говорю, не буду говорить о том, что... О дискриминации, да, там, ну, вот правильно, вот... Мы, мы замечаем то, что почему эпицентры работают, а маленькие строительные магазины нет. Почему, извините, кофе продают заправки и макдональдсы, кофе, хот-доги и все вот это вот дребедень. А почему-то кофейням обычным, которые точно так же могут в перчаточках через окошечко тебе выдать кофе, им это запрещено. Макдрайвы ну, так и работали. Да, Макдональдсы работают, заправки там ОКО, Шелл, э, сетевые еще, работают. Еще, Руслан, еще а маленьким раз. нельзя, понимаешь? Еще а один их все задавить. вот с этим связаны. А какая на сегодняшний день закупочная цена у ритейлеров на, на продукцию сельхоз, на сельхозпродукцию? Отвечаю, что она упала в разы. Но мы не видим Конечно. этого на ценах, которые на прилавке. То есть для кого-то это гипер, это не супер, это гипер прибыли. Да. Ну, вспомним, как они сделали. Ну так, разумеется. Пучок маленький, пучочек лука зеленого, который явно сюда не везут откуда-то из Маракаиба. 37 гривен. Я выставлял в Фейсбуке.